Всех приветствую. Пришла очередная камера HC900A от компании Santec. Камера, значит, с возможностью записи видео 2.7К. Данная камера является обновленной. Снова прошивка, расширенной возможностью видеозаписи и фотосъемки. В частности, значит, как я уже сказал, что присутствует возможность съемки видео в разрешении 2.7К и фото в разрешении 36 мегапикселей. Что по внешности, значит, камера. Выполнена она в форм-факторе моноблок. На мой взгляд, это очень удобный такой форм-фактор. Так как при установке камеры на месте, на экране вы сразу же можете наблюдать то изображение, которое у вас впоследствии будет на фотографии и на видеозаписи. То есть можете вот так вот поворачивать, контролировать и уже установить камеру так, как вам необходимо. Вот. Что невозможно сделать на похожей камере 801. Там закрывающийся блок, то есть вы устанавливаете, а потом уже будете видеть то, что вы там наснимали. То есть там уже невозможно это отрегулировать. С технической точки зрения также считаю, что данный форм-фактор удобнее, так как нету двигающихся таких деталей. Вот все выполнено в одном моноблоке. И никаких шлейфов, кабелей, которые могут перетереться, переломиться. Здесь также ничего нет такого. По разъему, значит. Так, разъем microUSB, разъем для карты microSD, здесь переключатель выключено, тест и включено, кнопка меню, кнопка пробной фотографии и кнопка выдвижения лотка с батарейками. Давайте включим. Так, здесь новая синяя прошивка. Давайте пройдемся по меню. Первое это режим. Режим, как и в других камерах. Фото, видео. Фото плюс видео. Размер фото. Размер фото от 1 мегапикселя до 36 мегапикселей. Оставлено 16 мегапикселей. Серия фото. От 1 до 10 фото. То есть сколько фотографий будет при срабатывании датчика движения. Я оставлю 2. Качество видео. Качество видео у нас, значит, здесь от 640 на 480 до 2.7К. Я ставлю 2.7К. Длина видео. Я ставлю 1 минуту там, по-моему, от нескольких секунд до 10 минут. То есть, опять-таки, вот новая возможность данной камеры. То есть, здесь можно записывать достаточно длинное видео, что, в принципе, тоже очень хорошо. Запись звука включена-выключена. Задержка фото. Это задержка срабатывания после срабатывания датчика движения. Я оставлю 10 секунд. Это датчики движения. Включить-выключить. Чувствительность датчиков от низкого до высокого. Я оставлю высокий. Таймер и таймлапс. Это уже работа камеры по определенному промежутку времени. Язык, выбираем русский, дата и время, штамп на фото. Штамп на фото, это означает то, что в видеоролике у вас будут прописаны данные о дате и времени. Форматирование карты, пароль, название камеры и полный сброс. Так, версия прошивки 14149. Камера, значит, у нас 9-вольтовая, 8 аккумуляторов формата 2А. Камера, значит, выпущена 8 марта 2021 года. Очень свежая камера. Пришла она очень быстро, в принципе, как и предыдущая камера. Поэтому рекомендую ее к использованию. Очень хорошая камера. В комплекте с этой камерой шел ремешок с железной застежкой. Вот такой переходник для карты памяти. Книжка. Здесь также расписано полностью меню, характеристики данной камеры. Все, всем спасибо за просмотр. Всем хороших фотосъемок. До свидания.